друзья, мне приехали обе части выхлопа на скутер. Вот сегодня я хочу поехать поставить его, хочу это записать все на видео. Ну, по возможности, в общем, что получится заснять, я засниму из установки. Вот, и хочу снять, типа, до и после. Вот. Сейчас поставлю это, получается, в багажник и поеду. Приехал я в магазин, докупил вот такие две прокладки и два болта, то еще 100 рублей мне это вышло. Ну, сказали, если что-то там не нужно будет или не подойдет, можешь вернуть. Ну, просто а то мне все снимут, я как потом поеду. Так, друзья, банку я поставил, сейчас поеду прокачусь, протестирую. Конечно, про надежность не сказали, что это все такое, как бы не самый надежный тюнинг, но попробуем пока что потом поездить, может быть, потом в будущем какую-то другую банку или другое крепление куплю, посмотрим. Буду выезжать. Так, установил, проехался, ну, мой отзыв такой, что, ну, погромче, конечно, скутер стал. Вот. Ну, давайте вам попробую газу дать. Вот, как-то так. Ну, про банку что я могу сказать? Понятно, что качество не очень, и какой-то запах от нее, от нагрева идет не очень. Ну, в целом, по звуку норм. Вот. Пока что поезжу какое-то время, может, месяц-два, я не знаю, насколько ее хватит. А дальше видно будет. Возможно, приобрету какую-то другую банку. Вот, не знаю, пока. Посмотрим. Либо вернусь на стоковый выхлоп. Но пока что такой звук громкий, конечно, очень, но мне нравится. Как-то более по-спортивному ощущается скутер с ним, как будто выше классом, вот. И, кстати, само по себе колено, я так понял, оно качество, это металл, нержавейка, я так понял, с ним ничего не будет. То есть ему, по сути, просто нужна нормальная банка на него и все. То есть, может быть, мне просто купить какую-нибудь, может быть, менее красивую банку, но из нержавейки, вот, поставить. Вот, и будет хорошо. Правда, вот эта вот банка хотя бы на это крепление встала, ну, с трудом, но встала. Вот. Просто я так понял, если еще банку другую ставить, менять, это еще надо, чтобы она подошла. Вот. Кстати, я пока что прострелов еще не слышал, но, возможно, один, когда ехал и долго газ убрал, возможно, был прострел, но пока что я вот их еще не слышал. Может быть, в будущем будут